чё творим, бро, меня зовут Царь Кионис, и бро, сразу же, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду, ведь почти ты же знаешь, в Бёдриме Суприм Банда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами, я как вижу, прочим песню очень нравится быть под нами, так что скорее подписывайся, чтобы быть самой сильной бати на Ютубе, а также сегодня со мной видео снимает Настя. И Суприм Банда, в прошлый раз мы поймали Бубу. 3 часа ночи мы зашли в приложение Бубы, где общались с ним. И он нам даже начал угрожать. Он говорил, что убьет нас, когда придет к нам домой. Но вы не поверите, Банда, но после всего этого он реально пришел к нам, где пытался нас убить и ограбить. Благо, что у него ничего не получилось, мы смогли его поймать. Я закрыл его в нашем сейфе, куда он уже не мог выбраться. И по тем видео многие из вас, Банда, писали, чтобы мы его разрезали. И посмотрели, как... Какие же мистические внутренности у Бубы! Именно это сегодня мы сделаем, а тем временем, бро, давайте на это видео наберем 20 лайков! И тогда я поймаю говорящую Анжелу и разрежу ее! Только представьте, какие внутренности могут быть у нее! Так что, будет скорее ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти! И в своих инстаграмах, Банда, мы общаемся со всеми вами! Подпишись на нас, напиши нам в директ и все, жди! Уже совсем скоро мы ответим именно тебе! Так что, будет скорее, в своих описании ставь лайк, а мы тем временем разрезаем Бубу. Погнали! Окей, Банда, надеюсь, вы готовы. Буба находится в этом сейфе. Мы не открывали его с того времени, когда поймали Бубу. Давайте же это сделаем сегодня. О, черт, я так переживаю. Надеюсь, он не сбежит прямо сейчас. Окей, Банда, последняя кнопка. И все, сейф открыт. О, черт, просто посмотрите, Буба там. Ты видишь это? Да, вижу. Господи, почему он не двигается? Может, он притворяется мертвым? Не знаю. Эй, Буба, ты живой? Буба! Окей, Суприм Банда, нету смысла оттягивать, давайте уже заберем его и разрежем. Эй, Буба! О, черт, он сбежал, где он? Да он делся, он же был где-то здесь, Банда, вы видели его? Эй, Буба, иди сюда! Буба, где ты, выходи! Эй, иди сюда, черт, Буба! Он мог деться, он так быстро сбежал, как будто он Соник, он раньше так никогда не бегал. Буба, где ты? Иди сюда, Буба! Черт. Даже он где-то здесь! Буба! Буба, иди сюда! Что происходит? Не знаю, где его искать, он просто исчез! Выходи, коротышка, белая! Эй, Буба, иди сюда! Просто сейчас он даже что это? Где-то спрятался! Сережа, Буба. Здесь что-то есть! Что? Здесь какие-то следы! О, черт, просто посмотрите! Они белые, неужели это следы Бубы? О, господи, окей, думаю, нужно идти по этим следам, ты как думаешь? Да, я тоже так думаю! Я возьму биту, чтобы, если что, сразу же его вырубить! Идем быстрее, просто жесть, Банда! Реально, следы Бубы, попытайся как-то не зацепить ничего! Да хорошо! О, черт, мне кажется, он в третьей комнате пытается сбежать через окно! А черт, его здесь нету! И посмотри, здесь еще одни следы, ты видишь это? Да, он точно здесь! Да, давай быстрее! Окей, Банда, давайте аккуратно войдем! О, черт, просто посмотрите! Он сидит, прячется за шторкой, вы видите это? Там Буба, он прячется! Сейчас же схватим его! Да, давай, прямо сейчас! Просто жесть, он что, думает, что мы его не видим или что? Быстрее, нужно его поймать! Эй, Буба, стой! Мы тебя видим, ты от нас больше не спешишь! О, господи! Давай, быстрее, бей! О, черт, окей! На! О, черт! Не, я держу, держу его, мы его поймали, Банда! Сережа, это не Буба! О, черт, что это? Это манекен, а где тогда Буба? Черт, стой! Он оказался намного умнее, чем мы думали! Я согласен! Я не могу открыть! Он снова подпер двери, Банда! С этим нужно что-то делать! О, черт! Его грохнул, он мертв. Эй, Буба! Эй, Буба! Очнись! Эй! Черт, он сдох! Окей, я забираю его, мы уже можем его разрезать! Идем быстрее! Ты спасла меня, Настя! Если бы не ты, он бы меня просто задушил! Я так переживала! Я тоже! Окей, мы должны его связать быстрее, разрезать, посмотреть, что у него внутри! Господи, Банда, мне просто не верится, что мы все-таки смогли поймать этого Бубу! Он довольно живучий, раз уж смог целых 2 недели прожить без еды и воды в этом сейфе! И все же, Банда, на всякий случай,
случае его привяжу к столу, чтобы никуда не убежал. А то представьте, посредине всего нашего тела он начнется и просто куда-то сбежит. С разрезанным животом из него все будет просто выпадать. А также мне еще кое-что непонятно, почему он так быстро сделал манекен, это невозможно. Разве что у него заранее был готов, но как он тогда его сделал? Как он тогда выбрался из сейфа? И если он уже выбирался из сейфа, то почему он просто не сбежал? Возможно, он хотел нам отомстить. О, это хорошая теория. Но все же банда сегодняшний бой он явно проиграл. Потому что теперь он лежит на этом столе, и это мы его сегодня разрезаем, а не он нас победил. Также просто зацените, какой у меня сегодня нож. На вид это обычная кредитка. Но если разложить ее, то получится полноценный нож. Вы видите, это он такой маленький, аккуратный. Самое то, чтобы разрезать маленького домового. Тем не менее, давайте уже это сделаем. Итак, банда, надеюсь, вы готовы разрезать. Я буду ему живот вот здесь, чтобы достать все его внутренности. Ну как, Буба, ты готов? О, черт! Он жив, банда, он снова жив, вы видите это? О, черт! Господи, заткнись уже, на! О, черт, это просто жесть! Господи, я и подумать не мог, что она живет! После такого твоего сильного удара он должен был как минимум умереть! Тем не менее, банда, теперь мы можем ее разрезать! Я разрезать его буду посредине, как и говорил! Надеюсь, вы готовы, на! О, ты видела? Да. Так легко прошел нож! Окей, давай еще немного разрежем! Посмотри, что это? Что-то красное, ты видишь? Это похоже на крови, посмотри здесь! О, господи, банда, вы видите это? Просто жесть, там куча крови, она с него вытекает. То есть получается, что он живой, а не воодушевленный, как я думал ранее. Окей, тем не менее, банда, я не хочу заразиться какой-то болезнью из его крови. Именно поэтому я на всякий случай одену резиновые перчатки. Так я буду себя чувствовать хотя бы немного в безопасности. И вы только посмотрите, что с ним. О, господи, он уже полностью истек кровью, банда. Он реально живой, мне в это не верится. Это реальный домой Буба. Окей, тем не менее, думаю, уже нужно засунуть руку и что-то достать. Ты как думаешь? Что, давай. О, черт, я так переживаю. И так вроде бы пока что ничего не нащупаю. Что это? Посмотри, это как будто сгнившие органы. О, господи, кажется, что 2 недели без еды явно ему не прошли просто так. Тем не менее, банда, давайте посмотрим, что там еще есть. Посмотри, что рука это? Куклы. Зачем она здесь? Что он вообще с ней делал? Это такая жесть, банда, обычная рука куклы. Вы видите это? И еще одна, посмотри. Вторая рука куклы, ты видишь это? Да, вижу. Уже 2, просто жесть. Что они там вообще делают? Зачем они ему? Мне просто в это не верится, банда. Еще, вы видите? Еще одна рука. Это уже немного получше, полностью гнется. О, господи, это просто жесть. Посмотри, еще одна рука, ты видишь это? Уже 4 руки, банда, просто посмотрите. Я не понимаю, зачем они ему? Тем не менее, банда, я уверен, что на этом еще мы не закончим. Окей, давайте достанем немного пух. О, черт, кажется, что-то нащупал. Что-то очень тяжелое, я пытаюсь достать. Посмотри, что это? О, господи, что это такое, банда, вы видите? Какой-то крест. Ты видишь? О, господи, он реально жуткий. Зачем он вообще в Бубе? Это такая же, из чего он сделан? Воняет так, как будто протухшим мясом. А что, если этот крест сделан из человеческой плоти? Это такая же, банда, просто посмотрите на него. Он реально очень жуткий, ты видишь? Что вижу? Весь в крови, о, господи. Окей, давай продолжим еще что-то искать. Господи, мне просто не верится в то, что мы находим в Бубе, посмотри. Еще один крест, ты видишь? О, господи. Такая жесть, еще один крест, их теперь 2. А погоди, а что если эти кресты сатанические? И они должны быть изначально перевернутыми. Только вот одно непонятно, почему они именно в Бубе. Это очень странно, банда. Тем не менее, продолжаем искать. Глянь, смотри сюда, еще один. О, господи, банда, вы видите это? Уже 3 креста. 3 креста, банда, зачем они в Бубе? Погоди, кресты, руки. Возможно, с помощью этого его оживили. Именно поэтому в нем есть все это и кровь. Это такая жесть, банда, реально ужасная теория. Тем не менее, давайте продолжим искать еще что-то в Бубе. Господи, это такая жуть, то, что мы в нем находим. О, что-то есть. Что там? Какая-то баночка, посмотри в ее голове. Ее как будто что-то держит, не могу ее достать. Давай, доставай. Да, я пытаюсь, посмотри. Господи, что это? Вам видно, банда?
Там как будто какая-то желейка. О, черт, как думаешь, стоит его выливать? Да, давай. Так, я попытаюсь вылить его на руку. Нет, подожди, не надо на руку. О, да, хорошая идея. Вдруг там какая-то отрава или же кислота. Нужно взять какую-то салфетку. Итак, вот салфетка, банда, давайте на нее выльем. Оно не выливается, что это? Посмотри, что это? Похоже на слайм. О, господи, банда, вы видите это? Возможно, это реально слайм, но почему он такой зеленый? Как будто какая-то радиация. О, черт, это просто жесть, вы видите это? Господи, банда, мне просто не верится то, что мы сегодня находим в этом пупе. Это реально жутко, посмотри! Оно разъело бумагу, ты видишь это? Что? Это реальная кислота, господи, как же хорошо, что я его не вылил себе на руку. А то иначе я просто лишился бы руки. Это такая жесть, банда, реально какие-то ловушки в этом пупе. Тем не менее, давайте еще что-то с него достанем. Пока что ничего не чувствую. Только какой-то песок, порох или что это? Посмотри, еще что-то есть. Что это? Какая-то бумажка. О, господи, она полностью в крови. Это так ужасно, банда. Черт, что это? Ты видишь это? Что там? Не знаю, что-то написано. Здесь какие-то непонятные слова. Ты видишь это? Да, вижу. Я попытаюсь их прочитать. Не знаю ли это хорошая идея. Не знаю, что с этого получится. Аста алаера. Пунто манаера, кито темиера. Что это значит? Какие-то странные слова. Ты знаешь, что это? Нет, не знаю. О, черт, это реально странно. Черт! О, черт, посмотри, он двигается, ты видишь это? Лови его быстрее! Я не могу, мне страшно! Это такая жесть, это было заклинание оживления! Его реально оживили! Он убегает! Он бежит, бежит! Лови его! Скорее, за ним мы должны его поймать! Он не должен никуда сбежать! За ним скорее, он не должен сбежать! О, черт, он сбежал! Что делать? Не знаю, уже нету смысла за ним бежать, мы его просто не догоним! Вернемся обратно к столу! То, что мы нашли сегодня в пупе, это ужасно! Я думаю, что с такой огромной раной он долго не проживет! Поэтому я уверен, что мы более-менее в безопасности! Но все же, банда, эти руки, кукол, эти кресты! Тем не менее, банда, чтобы мы уже окончательно уничтожили пупа, мы должны сделать в него куклу Вуду! Поэтому все в ваших руках! 40 тысяч лайков, я делаю куклу Вуду на пупу! А за 20 тысяч я поймаю Анжелу! Так что будет скорее ставь лайк! А также провод комменты из-за прошлого видео! Просто вглись, какие шикарные, идеальные комментарии! А брось, друг, ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все! Ты уже будешь в новом видео, лайк, колокол, коммент, твое видео, бандит! Так что будет скорее ставь лайк и пиши коммент! А также не забывай про наши ставки Инстаграм, где мы общаемся со всеми вами! И помни одно, оставайся таким шикарным! Пока!